Всем приветик, дорогие мои подписчики! Я сейчас нахожусь в отеле Андас, который расположен на острове Пальма-Джумейра. Зачем я сюда приехала? Для того, чтобы сделать для вас обзор этого отеля. Но честно могу сказать, что мои подписчики просто-напросто попросили меня сделать этот обзор, потому что они в ближайшем будущем прилетают в этот отель, и я так думаю, что хотели просто-напросто увидеть, как же он выглядит. Поэтому сегодня на моем канале обзор отеля Андас, который находится на острове Пальма-Джумейра. Ну, посмотрите, как здесь красиво, какая здесь красивая территория. То есть из отеля я уже вышла, номера уже посмотрела, номера вам покажу чуть позже. А сейчас я иду по территории этого отеля прямо к пляжу и к бассейну. Так, ну вот смотрите, ребят, я сейчас вышла из отеля Андас и иду к пляжу. В принципе, территория оборудована достаточно интересно. А вот здесь вот жилые здания, то есть здесь находятся квартиры. То есть не только туристы отеля Андас пользуются пляжем и бассейнами, но также и все резиденты, которые проживают в квартирах вот в этих зданиях. То есть одно из них Tiara Residence, знаю точно, второе, наверное, Tiara Residence 2. Хотя я не уверена в этом. Нужно будет посмотреть и спросить. Вот. Ну, а сейчас иду дальше. Это, в принципе, я так думаю, для вас не важно, если вы туристы. Вот. Вам важно, в каком отеле вы будете отдыхать. И какой здесь будет пляж, и какой здесь будет бассейн. Сейчас я как раз-таки иду к бассейну и к пляжу. Так, ну вот, ребят, смотрите. Здесь все показано. То есть здесь есть бассейн. Здесь есть пляж, к нему идти нужно прямо. Здесь есть бар на пляже. Кстати говоря, там подают мексиканскую еду и ресторанчик. А вот здесь есть тренажерный зал, значит, клуб здоровья, детский клуб. Ну и, в принципе, все. Все есть на территории этого отеля. Так, ну вот смотрите, получается, вот здесь вот находятся два жилых здания, а прямо между ними более светлое здание. Это здание отеля Андас Пальма-Джумейра. Вот, и сейчас я уже подошла к бассейну. Вот так вот здесь выглядит бассейн. Лежачки здесь есть. И прямо из бассейна открывается роскошный вид на Персидский залив. Вот так, например, выглядит мексиканский ресторан, из которого открывается роскошный вид на бассейн и белоснежный пляж в этом отеле. Можно позагорать на пляже, поплавать в охлаждаемом бассейне, а потом выпить вкусный коктейль и попробовать мексиканскую кухню в ресторане. Всего в отеле Андас де Палм бай Хаят 5 звезд, 5 разных ресторанов. Если сравнивать с другими 5-звездочными отелями на острове Пальма-Джумейра, то цены в отеле Андас де Палм и в резиденциях, которые принадлежат тому отелю, гораздо дешевле. На данный момент номер в отеле стоит $250 в сутки со всеми налогами, а в резиденциях Андас – $200 в сутки. Цены могут меняться в зависимости от туристического сезона. А вот так вот, ребят, выглядит отель Андас. Вот там вот наверху еще есть какая-то такая площадка интересная. Сейчас я обязательно узнаю, что там находится. Просто мне даже самой интересно. Оказалось, что в отеле Андас на 14 этаже между двумя зданиями отеля находится бассейн только для взрослых, что в принципе правильно, потому что где-то взрослые должны отдыхать от детей. То есть общий бассейн есть рядом с пляжем, а отдельный бассейн для взрослых на 14 этаже. А вот в этом огромном светлом ресторане, расположенном на нижнем этаже отеля Андас, можно позавтракать, пообедать и поужинать. Здесь подают шведский стол, но можно заказать блюда и по меню тоже. И здесь есть спиртные напитки. Можно сидеть внутри ресторана, а можно выйти на открытую террасу и наслаждаться видом Персидского залива и острова Пальма-Джумейра. В отеле Андас есть спа, паровая сауна, терраса для йоги и ультрасовременный фитнес-центр. Всем этим могут пользоваться гости отеля. Отели Андас принадлежат отельной корпорации Хаят. Андас Дубай де Палм открылся в декабре 2019 года. То есть это один из самых новых и современных отелей на острове Пальма-Джумейра.
Это второй отель бренда в Объединенных Арабских Эмиратах. Первым стал «Андаз Абу-Даби», который был открыт в ноябре 2018 года в эксклюзивной падающей башне Capital Gate. В холле отеля «Андаз» расставлены мягкие, уютные плюшевые кресла. Есть бар и библиотека. Стены украшают произведения искусства. Вся атмосфера располагает к неспешной беседе за чашечкой чая или кофе. «Андаз» – изысканный бренд, представляющий роскошные отели в крупнейших городах мира – в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Амстердаме, Сеуле, Шанхае и Объединенных Арабских Эмиратах. «Андаз Дубай Де Палм» – первый представитель бренда «Андаз» в Дубае с высококлассным сервисом, ярким дизайном, эксклюзивной энергетикой. «Андаз» переводится с хинди как «собственный стиль». Курорты бренда очаровывают своих гостей, погружая их в атмосферу местной культуры, создавая незабываемые чувственные ощущения и шикарные впечатления во время путешествия. Яркий дизайн отеля вдохновлен наследием Дубая, богатой культурой Объединенных Арабских Эмиратов и самыми современными технологиями. Прекрасные комфортабельные номера расположены в двух 15-этажных башнях отеля. Отель состоит из 217 номеров, 34 люксов и 116 резиденций. Произведения искусства, которыми украшены номера и люксы, создавались специально для «Андаз Дубай Де Палм» – концепт «By Hyatt 5 звезд». Дизайн всех номеров разработан таким образом, чтобы гость проникся местной культурой, атмосферу которой создают восточные орнаменты, аутентичные текстуры, образы достопримечательностей. Так, ну вот смотрите, сейчас я захожу в большой номер в этом отеле, то есть люксовый номер. Вот так вот здесь выглядит туалет для гостей. И сейчас уже проходим в холл. Вот так выглядит холл. В принципе, вы знаете, очень все современненько, красиво. Вот здесь вот чай, кофе, кружки. Ну, в принципе, дизайн сам отеля мне очень нравится. То есть, вы знаете, такой современный, интересный, достойный. Вот, и сейчас уже из холла, в котором стоит диванчик, журнальный столик и кресло, ну и также полочки, и картина даже есть, мы проходим в спальню. Так вот выглядит у нас спальня в этом отеле. В отеле «Андаз». Надо посмотреть, куда, кстати говоря, отсюда открывается вид. Так, здесь есть балкон. Вот, и вид отсюда открывается на море как раз-таки. Сейчас я попробую его открыть, ребят. Да, вот выхожу на балкончик. Он, правда, небольшой. Но отсюда вид открывается прямо на остров Пальма-Джумейра. На здании, которое называется Tiara Residence, там находятся апартаменты отеля «Андаз». То есть здесь есть апартаменты с кухней тоже. И вот так вот выглядит территория отеля. То есть, видите, вот там вот вдалеке вы видите бассейн и пляж. Ну, отсюда тоже частично виден остров Пальма-Джумейра. Так, вот теперь смотрите, вот так вот выглядит спальня. То есть водичка здесь тоже есть. Все очень красиво, достойно. Кровать закрывает вот такой вот огромный полог. В общем, интересно. Интересный дизайн. Телевизор здесь тоже есть, понятное дело. Русские программы есть тоже. Вот, и сейчас мы проходим дальше. Так, вот здесь вот у нас халаты, сейф, тапочки. Все как и должно быть. Коврик даже для молитвы здесь есть. Зонтик даже есть, ребят. Вот я впервые вижу, чтобы в отеле был зонтик. Гладильная доска, утюг, но зонтик. Кстати говоря, его от солнца можно использовать тоже. Поэтому хорошая идея. И идем, соответственно, дальше. Так, вот сейчас я прохожу в основную ванную. Да, тоже все очень стильно здесь сделано. Отель, кстати говоря, был открыт 2,5 года назад, поэтому отель еще достаточно новый.
Вот здесь вот у нас находится ванная и душевая кабинка. Вот она. Шампунь, кондиционер, гель для душа. Все здесь есть. Все в фирменной упаковке, так скажем, да? В черном цвете, правда, но красиво смотрится. Даже будильник есть. Представляете, в номере? Отлично. Просто отлично. Ну, в общем, очень стильный, очень красивый отель. Мне понравился. Так, ну сейчас я пришла в обычный стандартный номер в этом отеле. Но он просто меньше по размеру. А так здесь, в принципе, тоже очень красиво. То есть вот она, ванная вот такая вот. Все очень стильно сделано. Ну, хороший современный отель. Тут уже ничего, как говорится, не скажешь больше. Так, ну, в общем, смотрите. Здесь сейфбокс есть. Тапочки есть. Даже вот там вот в ящичке книга какая-то есть. Посмотрите. Интересно. В общем, интересно все сделано. Фен здесь тоже есть. Ага, и мешочек вот такой вот для лаундри тоже здесь есть. Вот, и здесь халат, полотенце дополнительное, утюг, гладильная доска. Сейчас открою вам, покажу. И полочка для чемодана. То есть все на месте. И если мы дальше пройдем уже в сам номер, то здесь есть телевизор. Вот такая вот огромная красивая кровать. Шкаф для одежды, кондиционер. Причем кондиционер современный, вот если вы посмотрите. В некоторых отелях, ну, таких уже устаревших, старенькие кондиционерчики. Здесь он абсолютно новый. Вот так вот выглядит сам номер. И есть номера с видом на море, есть номера с видом на город. Понятное дело, что именно этот номер, он с видом на море и на виллы, которые находятся на острове Пальма-Джумейра. Поэтому сейчас вам покажу, какой отсюда открывается вид. В принципе, неплохой. Немножко далековато, здесь вообще вид как бы получается на парковку. Но, тем не менее, море. Отсюда видно. Но видно и соседнее здание, в котором находится Tiara Residence. В общем, вот такой вот вид отсюда. Так, ну вот смотрите, в каждом номере еще есть кофемашинка. То есть кофе бесплатно. Водичка тоже в номере бесплатно. Воду приносят каждый день. Точно так же, как и капсулы для кофе. Ну, в общем, все достойно. Все красиво, хороший вид отсюда открывается. Ну, неплохой, так скажем. Вот, и современный отель. У отеля Andaz The Palm удобное расположение. А рядом находится большой торговый центр Nakheel Mall на острове Пальма-Джумейра, до которого 3 минуты пешком. Внутри торгового центра огромное количество бутиков, ресторанов и кафе. И есть супермаркет. Из торгового центра можно подняться на новую смотровую площадку на 52 этаже здания Palm Tower и полюбоваться красотой всего острова Пальма-Джумейра. Из лобби отеля St. Regis, который встроен в торговый центр Nakheel Mall и расположен в здании Palm Tower, можно попасть в самый популярный в Дубае панорамный бассейн Aura Sky Pool, который расположен на 50 этаже здания Palm Tower. Там же находится станция монорельсовой дороги. И в 10 минутах ходьбы расположен торгово-развлекательный комплекс The Point с цветными фонтанами. А у меня на сегодня все, дорогие мои подписчики. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал «Секреты Эмиратов». С вами была Елена из Дубая, с острова Пальма-Джумейра. Всем пока-пока, всем хорошего отдыха в Арабских Эмиратах и отличного настроения!